в корзинке. Здесь штука много арбузиков, дыньки, ароматы. Какие еще дыньки? Это не забыл, да. Надо нам что-то взять. Водичку. Сейчас. Да. Две маленькие возьму. А су нам клубничная понравилась. О, дочь уже с арбузиком. Послушай звук. Красиво звучит. Звонка, да? Да. Хотя вот опять мальчик. Ну ладно, вот это сухой. Да. В этом году мы берем арбузы, и они совсем этим стандартам не соответствуют, но все равно сладкие, вкусные. Это раз мы маленький берем. А я не нашла побольше. А, не нашла? А дыньку не будем брать? Я не смогла. А, да, извини, дорогая. Хо-хо, ну груша. Ну, что-то сказочно, дорогая. 45 тысяч. Так, чудно. Угу. Вот мои девчонки убежали. Не вижу их. А, вот они где. А, игрушки смотрят. Ну, конечно. Кто может пройти мимо такой красоты? Я знаю, что у нас есть. Красоту не нашла, да? А еще одну ты пропустила. Ты что, запомнила, как она выглядит? Да? Очень красивые. А еще вот такие. Да, я их фотографировала. Подожди, мама тут нашла. Эко. Эко-кухня. Ага. Вареная колбаса с говяжьим супом. Ее варить надо? Я так понимаю. Да, она уже вареная. Курица, перец, специи. Все, больше ничего не написано. Там вот эти вот разные рулетики. Угу. Козы. Будет опять так. Мороженое. Нет, только на картинах.
маму и спросим, на все мороженое или только на корзину? Ага. Это с понедельника будет. Крем-брюле. Ага. Это 1%. А, ну да, жирнее, пожалуйста. Есть еще, по-моему, жирнее, вот там синий. Темный. А, он 3,2. Че, огонь? Я не знаю, смотри сама. Давай 3,5 возьмем, попробуем. А что там за творог? Тоже добрый, натуральный. Где? Вот он, синий пакет. Я тебе такой не видела. А у них прям... Обновление упаковки, у них прям, да? Да, и упаковки качественные. Возьмем? Какой срок? Не знаю, посмотри, пожалуйста. 12-е. Сегодня 22-е. Ой, завтра. Продукты. Привет. Хлеб мы уже взяли, брать не буду. А, я думала, ты хочешь что-то показать.